Салонец поставила. Осинок было мало. Так что, зайки, приходите кушать соль. Еще тарелочку тут он съела. А салонец. Ой, ножик. Хорошо, хоть ножик потеряла бы. Такую тарелочку из основания сделала. Прикрыла ее коркой, чтобы меня это не размыло быстро. И вот это сделано все по способу, который я увидела у медведчиков. Там гвоздик. Очень удобно, так как диаметр не надо подбирать под ствол дерева, то все время то больше, то меньше. В общем, красота. Способ великолепный. Всем привет, зайцы, радуйтесь. Вот осинка лежит.